Всем привет, и сегодня у нас выпуск, в котором я попытаюсь сделать какую-то игру. А чтобы было интереснее, добавим элемент челленджа, и я сделаю ее всего за 1 час. И на этот раз я вспомнил про небольшую мини-игру из Zelda Breath of the Wild. Не знаю, все ли из вас играли в нее, но там для прохождения некоторых храмов нужно было поворачивать в руке геймпад, и таким образом поворачивалась платформа, на которой находился шарик. Этот шарик нужно было довести до конца, чтобы пройти уровень. При этом на самой платформе были всяческие преграды и опасные повороты, так что добраться до конца уровня — это не такая простая задача. И хотя игра кажется на первый взгляд очень простой, на деле же она сильно затягивает. Поэтому я решил ее повторить сам и, возможно, даже добавить какие-то новые механики. Короче, сделать из этого полноценную игру. И не знаю, как вы, но я вот такую игру еще нигде ни разу не видел. Так что получится вполне себе уникальная в своем роде игрушка. К тому же, я как раз недавно работал с акселерометром телефона, когда делал из него руль для GTA 5. Так что у меня даже есть понимание, как это вообще запрограммировать. Ну а начал я с чего попроще. Впрочем, как обычно. И не потому что я ленивая жопа, хотя это действительно так, а потому что у меня всего 1 час и нет времени как-то особо заниматься фигней. Поэтому моя первая задача — сделать так, чтобы платформа поворачивалась вместе с телефоном. Для этого я создал на сцене простенький 3D-объект, на котором мы все это будем тестировать, и приступил к написанию кода для работы с гироскопом в Unity. Вы спросите, наверное, Хауди, а почему гироскоп, а не акселерометр? Так вот, для меня это тоже стало на самом деле открытием, потому что я думал, что гироскоп и акселерометр — это одно и то же. Оказывается, нет. Земля далеко не круглая. Короче, если вкратце, то акселерометр — это датчик ускорения, а гироскоп — это датчик поворота. И это, типа, две разные вещи. В общем, можете почитать в гугле, если кому интересно, это два разных датчика. И хотя мне пришлось все же потратить чуточку времени на чтение документации Unity, потому что я никогда раньше не работал с гироскопом, на деле это оказалось гораздо проще, чем я думал. Потом я быстренько установил на телефон Unity Remote. Это такая программа, позволяющая тестировать игры, которые вы разрабатываете на телефоне, без необходимости их туда устанавливать. Для этого достаточно просто подключить телефон к компьютеру по USB, и, как видите, игра запускается одновременно на телефоне и на компьютере. И это порой сильно экономит время. Короче, так я запустил свой код в первый раз, и тут как бы две новости. Хорошая и не очень. Начнем с хорошей. Гироскоп работает. Ура! Данные с него считываются, хотя выглядит и работает это, мягко говоря, криво. Плохая новость заключается в том, что для правильной работы гироскопа требуется написать более комплексный и сложный код, в котором нужно будет учесть такие факторы, как дрифт гироскопа, изначальную точку горизонта, сглаживание вращения, задержку дочтения и множество других мелочей. И как вы понимаете, это все не очень вписывается в формат нашего часового челленджа, потому что сожрет целую кучу времени. Поэтому я поступил так, как поступают все программисты, когда им лень. Понаписал костылей, скопировал кусочки кода из гугла и удивился, что этот Франкенштейн заработал. Тем временем время не ждет, и у меня осталось всего 30 минут. И да, вы правильно поняли, я действительно потратил 30 минут своей жизни на то, чтобы заставить гироскоп работать, а платформу поворачиваться. При этом всем впереди у меня еще настройка физики, хоть какая-то графика и хотя бы один простенький уровень. Сразу скажу, не надейтесь на крутой уровень графики. И это далеко не потому, что я не умею делать крутую графику, а потому, что у меня просто мало времени, да. Так что ее тут вообще не будет, и я все сделаю на графических примитивах, то есть на квадратиках и кругляшках. Хотя, положа руку на сердце, скажу, что я честно нашел на скетчфабе целую кучу крутых моделей, которые отлично бы вписались в нашу игру. А, и еще, по
пока я тут пытаюсь сделать так, чтобы игра выглядела красиво, хотя бы немножко, хочу сказать, что вы и сами можете в нее поиграть и заценить, что у нас получилось. Так как в описании я обязательно оставлю ссылочку на APK-файлик. Единственный момент, я игру загружу в телеграм-канал How to IT. И перед тем, как ее скачать, обязательно подпишитесь на этот канал. Вам не сложно, мне приятно. Пусть это будет вашим маленьким спасибо. И на всякий случай, я еще закину игру там в закреп, чтобы вы легко в любой момент смогли ее найти и скачать. Да и вообще, почаще заглядывайте на этот канал. Тут публикуется очень много всякого интересного. Начиная от лайфхаков и гайдов по компьютеру и заканчивая просто ламповыми постами. Короче, годнота. Ну а мы поехали дальше. На оставшееся время, которого, надо сказать, было не то чтобы прям много, я быстренько сделал первый уровень. Поставил туман из Unity Asset Store и, конечно же, подключил постпроцессинг, чтобы все это чудо хоть как-то адекватно радовало глаз. Шарик настраивать как-то особо не пришлось, я его просто тупо кинул на сцену, дал ему rigid body и все. Дальше он сам начал катиться в зависимости от наклона платформы. Ну и еще я не пожалел 5 минут, чтобы добавить обозначение для старта и конца уровня, и быстренько прописал в коде, что игра завершается, если шарик падает, и что начинается следующий уровень, если шар достигает финишной зоны. Дальше времени уже совсем не оставалось, поэтому я сразу приступил к созданию уровня. И да, буду честен, я, грубо говоря, не буду говорить, своровал, скопировал левел дизайн первого уровня из Zelda Breath of the Wild. Ну а что вы хотели, так бывает, когда времени остается совсем мало. Зато оставшиеся два уровня я честно сделал и придумал сам. Причем третий уровень, а уровней я сделал три, на больше у меня тупо не хватило времени, да и в принципе. Когда поиграете, сами посмотрите. И, кстати, будет очень интересно узнать, с какой попытки вы сможете пройти третий уровень, потому что он действительно получился интересным. А это ведь только самая основная базовая механика игры. И тут еще много чего можно добавлять и улучшать. Например, на уровне можно добавить всякие монетки, там кристаллики, скины на шарики, скины на платформы, лутбоксы, подписки и вот эту всю ересь 21 века геймдева. Короче, все, что разнообразит геймплей. Правда, честно говоря, я чутка так вышел за ограниченное время, но давайте все вместе сделаем вид, что этого не было, и я вписался в 1 час. Зато в итоге я потратил хоть и, по сути, 1.5 часа, но мне кажется, оно того стоило. И игра получилась очень даже интересная. Ну а вы пишите в комментариях, понравилась ли игра вам, и хотели бы вы увидеть из этого какую-то полноценную игру в Play Market или в App Store. Напоминаю, что скачать ее и потестировать лично вы можете по ссылке в описании. В остальном же, я жду ваши царские лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых крутых выпусках на канале. Удачи, и всегда помните, крутая идея — это уже половина успеха.